Государственные программы стимулирования и ажиотажный спрос китайского инвестиционного ритейла подняли котировки индекса Шанхай Композит на 150% всего за год. Бурный рост привлек на фондовый рынок миллионы новых инвесторов. Последствия столь стремительного роста не заставили себя ждать. Всего за 3 месяца индекс Шанхай Композит снизился на 45%. Падение было обусловлено сокращением длинных маржинальных позиций, а также опасениями по поводу торможения китайской экономики. Реакция монетарных властей не заставила себя ждать. Финальной точкой стремительного падения послужило снижение процентной ставки, а также смягчение требований к резервам банков. Эти меры освобождают ликвидность, направляя ее в рынок. Центробанк Китая действует вполне предсказуемо. Он не раз давал понять рынку, что не готов мириться с торможением роста экономики. Для этого уже были предприняты такие меры, как запуск стимулирующей программы выкупа облигаций, поступательное уменьшение ключевой ставки и снижение курса национальной валюты. Кроме того, в начале июля был создан стабилизационный фонд, средства которого будут направлены на покупку ценных бумаг ETF, инвестирующих в крупные компании. Стимулирование планируется продолжать как минимум до тех пор, пока индекс не достигнет 4500 пунктов, что на 40% выше текущих уровней. Мы считаем, что самое худшее время для китайского фондового рынка уже позади и предлагаем заработать на росте, используя структурированный продукт. При абсолютной защите капитала у вас есть возможность заработать более 47% годовых.